Здравствуйте, друзья, с вами Борис Оборотов и компания GSMRepeater.ru. Сегодня мы поговорим о причинах плохого сигнала сотовой связи. Эта проблема знакома многим из нас, и мы попробуем разобраться в том, что делать, чтобы улучшить связь в разных ситуациях. Сотовая связь работает на основе наземных базовых станций, которые устанавливаются операторами на крышах зданий или на специальных стальных опорах. Каждая базовая станция имеет определенную дальность действия, то есть зону покрытия. И хотя операторы устанавливают все больше и больше базовых станций, нам далеко не всегда удается позвонить или воспользоваться мобильным интернетом. Так в чем же причина плохого сигнала? Первая возможная причина – это перегрузка сети. Каждый год все больше людей пользуются мобильной связью. Количество звонков и передаваемых данных растут в геометрической прогрессии. Когда слишком много людей используют одновременно сотовую связь, это может привести к перегрузке сети и медленному интернету. В этом случае вам придется подождать, пока нагрузка на сеть снизится, и воспользоваться сотовой связью в более спокойное время. Вторая причина – это возможная проблема с вашим сотовым устройством. Если ваш телефон не настроен должным образом или у вас устаревшая модель, то это также может негативно сказаться на качестве соединения. Третья причина – это расстояние до ближайшей базовой станции. Чем дальше вы находитесь от нее, тем хуже будет сигнал. Иногда такие районы находятся в отдаленных местах, где нет инфраструктуры и трудно установить вышки. Наконец, четвертая причина – это препятствия на пути сигнала. Это могут быть стены, соседние здания, горы или лес. Все эти препятствия ослабляют сигнал. Именно поэтому сигнал часто пропадает в подвалах, паркингах и в глубине зданий. Теперь, когда мы разобрались в причинах плохого сигнала сотовой связи, давайте поговорим о том, что можно сделать, чтобы исправить эту ситуацию. Во-первых, нужно проверить настройки своего устройства и убедиться, что оно настроено на автоматическое определение сети. В некоторых случаях неправильные настройки могут привести к ограничению скорости мобильного интернета. Поэтому зайдите в раздел «Параметры» и удостоверьтесь, что у вас не зафиксирован устаревший режим GSM или 3G. Смартфон должен выбирать сеть в автоматическом режиме. Второе, что можно сделать, это использовать Wi-Fi сети вместо сотовой связи. Если у вас есть доступ к Wi-Fi, вы можете подключиться к нему и использовать его для звонков в мессенджерах и передачи данных. Но если вы знаете пароль. И, наконец, третье решение – это использовать усилители сигнала. Если вы находитесь в зоне с плохим сигналом, установите репитер, который поможет передавать сигнал на более дальние расстояния или вокруг препятствий. Комплект оборудования для усиления обычно включает в себя уличную приемную антенну, усилитель и комнатную раздающую антенну. Если вам нужен только мобильный интернет, часто используется другой тип усиления с отдельной сим-картой. О том, как выбрать подходящий усилитель, мы подробно рассказывали в отдельном ролике. Посмотрите вот здесь. В конце концов, помните, что плохой сигнал сотовой связи может иметь множество причин, и решение проблемы может зависеть от вашей конкретной ситуации. Но надеемся, что сегодняшний ролик поможет вам лучше понять причины плохого сигнала и как можно быстрее исправить эту проблему. Ну а у меня на этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, будьте всегда на связи и до новых встреч!